Иисус сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Серега пил, валялся, не стеснялся. Спал под забором или под мостом, не просыхал. А если просыпался, шел, чтобы уйти, и снова спать потом. Он бы пропал. Но баба Катерина его старалась вытащить со дна. Жалела непутевого, как сына. Тащила в дом свой, пьяницу она. И каждый раз, в постели просыпаясь, Серега удивлялся доброте. Но уходил и пил, не извиняясь, хотя и начал думать о Христе. Все люди бабу Катю звали Штурдой. Она всегда несла благую весть. Увидеть в ней Христа было нетрудно, ведь мало таких верующих есть. Ему бы хорошо было остаться. У бабы Кати сытно и тепло. Но он боялся. Говорили, кстати, что штунды эти делают всем зло. Они бомжей к себе так приручают, ну а потом на органы сдают. Перед законом и не отвечают. А кто за них и спросит нынче тут? И вот однажды, осенью холодной, его вновь баба Катя в дом взяла. Он так замерз и был весьма голодный. Она же его в церковь позвала. Серега ей сквозь слезы улыбаясь об органах своих заговорил, что болен он, перечислять стараясь по очереди все, что было сил. Сказал ей: «А ты знаешь, баба Катя, что легкие давно я прокурил?» Она ответила, и не смутившись, кстати: «Все хорошо, идем, Бог даст тебе сил». Тогда он говорит: «Ты знаешь, точно, сердечко у меня давно шалит, и застудил давно я обе почки». А баба Катя снова говорит: «Идем, сынок, любых там принимай. Иисус Христос давно тебя ждет. Поверь, у нас больных не обижают. Ты обратись, прощение Бог дает». Серега снова: «Вряд ли станет легче. Ты знаешь, как давно уже я пью. Наверное, цирроз, пропита печень. Кто даст хоть цент за голову мою?» А баба Катя скромно отвечает: «Есть тот, кто за тебя уж заплатил. Он с радостью таких, как ты, встречает. Тебя он всей душой возлюбил». Серега струсил: «Ты гляди, и правда, уже нашелся тот, кто заплатил. Бежать от бабы Кати срочно надо. Но холодно, и бегать нет уж сил. Придется кое-как за бабой Катей. Да будь что будет, все равно я не жилец». И встретили у входа церкви братья. Ну вот, пришел Серега наконец. Ведут в собрание, как дорогого гостя. Все улыбаются, и проповедь звучит. Стоит их проповедник на помосте, и слово каждое Серега говорит: «Тебя Бог любит, за тебя Он умер. Сын Божий за тебя взошел на крест. Ты о своей душе сейчас подумай. В обители Христа есть много мест. Он принимает всех, кто обратится и кто оставил скользкие пути. Ему нужно всем сердцем помолиться, а он наладит жизнь и грех простит. Подарит жизнь.
жизнь новую, с избытком. В нем обретешь ты радость и покой. Ты можешь повторить за мной молитву. Тебя Бог возлюбил, Спаситель твой. Серега ненароком встрепенулся и громко Бога в сердце пригласил. Вдруг ему мир огромный улыбнулся. Бог будто сам ему проговорил. Дитя мое, жить будешь теперь вечно. Однажды одежды белые я сам тебе даю. Люблю тебя всем сердцем бесконечно. Отныне поменяю жизнь твою. И будто бы с небес пролилась радость. Серега ног своих не ощущал. Он плакал, как дитя. Впервые благость коснулась сердца. Бог спасение дал. С тех пор Серега полюбил Иисуса. Пить не хотелось. Бог служит он. Освободил Бог пьяницу и труса. Так каждый может быть освобожден. Грех осознав, идите, люди, к Богу. Он поднимает из глубоких рвов. Выводит он на светлую дорогу. Он любит вас, ведь Бог и есть любовь.